Нестабильность европейской экономики, прогнозы о возможном выходе Греции из еврозоны и падение цен на нефть привели к обвалу фондовых рынков Азии. Утро вторника здесь началось в минусе. Ситуацию усугубил и очередной рекорд евро, который оказался на самом низком за последние 9 лет уровне по отношению к доллару. Индекс Никей после открытия биржи Токио потерял 2,5%, сеульская биржа – 1,3%, а фондовый рынок Сиднея – 1,7%. На фондовом рынке США торги понедельника завершились дружным падением основных индексов. Инвесторы нервно отреагировали на падение цен на нефть ниже 50 долларов. С 2009 года такое случается впервые. Самой низкой с октября прошлого года отметки достигли также индексы S&P 500 и Dow Jones.